что я стала есть во Франции, чего до этого не ела. Ну, про то, что я люблю мидии, то, что я здесь стала есть улиток, лягушек, ракушки и всякое такое, то, чего я никогда не ела, живя в Украине. Еще одно блюдо, оно не французское, это итальянское блюдо, это карпаччо, это сырое мясо. И я долго-долго-долго собиралась его попробовать, но попробовав однажды, я его полюбила, скажу сразу, с первого раза. Если лягушки мне не совсем вначале понравились, так же как и улитки, поскольку если их приготовить не совсем правильно, они не очень вкусные. Но карпаччо, если купить вот такое вот свежайшее мясо, да еще и с пармезаном, соус у меня здесь из масла грецкого ореха.